Здравствуйте! Ежегодно 25 марта мы отмечаем День работников культуры. Профессиональный праздник людей самых творческих, самоотверженно любящих культуру, и которые постоянно нам дарят радость и праздники. И сегодня у нас в студии министр искусства и культурной политики Евгения Евгеньевна Сидорова. Евгения Евгеньевна, здравствуйте! Поздравляю вас тоже с профессиональным праздником. Желаю вам воплощения всех творческих идей, всех реализаций интересных проектов. Желаю процветания вашей отрасли. Спасибо большое, Ирина. Добрый день. Я присоединяюсь к поздравлениям. Сегодня их звучит очень много в наш главный отраслевой праздник. Однако нужно отметить, что, конечно, культура богата на профессиональные праздники, есть свой и у музейщиков, и у театралов, и у педагогов, есть свой у архивистов праздник, а вот День работников культуры России, он объединил всех нас, работающих в такой большой отрасли. Дорогие коллеги, еще раз примите слова искренней благодарности за ваш интересный ежедневный труд. Потому что, несмотря на то, что ваша работа всем нам приносит удовольствие, но для вас это ежедневное повышение своего мастерства, своей квалификации, придумка самых интересных разнообразных идей. И, наверное, этот праздник возник еще и потому в России, потому что сегодня работники культуры, безусловно, они делают нас более счастливыми, делают нас более открытыми, они нас раскрывают наши творческие потенциалы, таланты в каждом человеке. Огромное вам спасибо, будьте счастливы, будьте здоровы, и пусть каждый рабочий день, несмотря на то, что это работа, приносит вам огромное удовольствие. Я вас всех очень люблю. Евгения Евгеньевна, наверное, правильно, что вот этот праздник у нас выпадает на март, который считается женским, потому что в этой отрасли работают в основном женщины. И вот сколько на сегодня в отрасли работников культуры? Сегодня в отрасли работает больше 6500 человек. То есть отрасль достаточно большая. Если же мы говорим о гендерной принадлежности, то 26% это мужчины, как вы правильно отметили, и 74% это женщин. Однако в последнее время наметилась очень положительная тенденция, и за прошедший 2018 год на 1%, но мужчин в отрасли прибавилось. И нам это очень приятно, потому что всегда мужское плечо рядом дает больше уверенности. Конечно. Ну, а в каких условиях работают вот работники культуры? И вообще, какие меры поддержки существуют работников культуры? Условия создаются, условия улучшаются, и материально-техническое состояние учреждений и государственных, и в сельской местности улучшается. Если мы говорим об этом аспекте, я думаю, что все, конечно, отмечают успех проекта «Поддержка местных инициатив граждан». Этот проект динамично развивается, и в этом году, в 2018 году, по итогам 2018 года, было поддержано 58 проектов на общую стоимость более 200 миллионов рублей. Поэтому, 58 проектов, почти 80 миллионов. Это по итогам трехлетнего периода мы получили в рамках этого проекта более 200 миллионов рублей. Конечно, мы получаем средства из областного и федерального бюджетов на развитие наших областных государственных учреждений культуры. Ну, думаю, что для всех уже совсем не секрет, что мы получили на
2019 год большую сумму денег на поддержку, на ремонтно-реставрационные работы Ленинского мемориала. И, собственно, сейчас мы находимся в проработке этого вопроса. И уже как бы мы совсем скоро объявим конкурсные процедуры на проектирование комплексное и на ремонт фасада Ленинского мемориала. В 2018 году таким крупным объектом, безусловно, был Дворец культуры УАЗ. Мы его начали, и я думаю, особенно жители Засвияжского района и Совет ветеранов УАЗа очень пристально следит за реконструкцией данного объекта. Там проведены в течение 2018 года демонтажные работы. Там уже начата работа внутренняя. И мы системно бываем на этом объекте, реконструкция которого порядка 200 миллионов рублей. В 2018 году мы освоили более 16 миллионов рублей. И все мы ждем завершения реконструкции с тем, чтобы увидеть новое, современное учреждение культуры, которую мы так решили назвать «Патриот», поскольку там будет и культура, и техническое образование вместе, поэтому мы двигаемся всего же вообще на укрепление материально-технической базы из всех бюджетов, это федеральный, региональный, муниципальный, и доходы от деятельности, в 2018 году потрачено больше 310 миллионов. Поэтому я очень надеюсь на то, что жители региона положительные изменения в укреплении материально-технической базы наблюдают и на селе, и в городской структуре. Помимо этого, безусловно, вы правильно обратили внимание на меры поддержки и заработные платы. Заработные платы в регионе также растут. Они, собственно говоря, средняя заработная плата достигла уже чуть больше, чем средняя экономическая по региону. Однако здесь у нас, конечно, есть разный уровень. Это объективное обстоятельство. Как знаете, все любят шутить о средней температуре по больнице. Так вот и средняя заработная плата. Безусловно, в федеральных учреждениях культуры более высокая. В региональных учреждениях культуры она тоже давно как бы перешагнула рубеж среднеэкономической. А вот в муниципалитетах она пока еще, к сожалению, остается в среднем на уровне 20 тысяч рублей. Но есть муниципалитеты, которые выполняют показатель в полном объеме, есть такая пятерка, и есть муниципалитеты, которые совсем как бы недовыполняют даже до 20 тысяч. То есть вот среди аутсайдеров, к сожалению, мы наблюдаем и Новоспасский район, как это ни странно, и Чердаклинский район, как это ни странно. Однако указ президента 597, который мы все вместе реализовывали, он все-таки привязан к средней заработной плате, поэтому мы указ выполнили. Теперь для нас остается задача уровень заработной платы не снижать. В связи с этим для каждого муниципального образования, как задачу уже на 2019 год, мы разработали свою собственную линейку по достижению показателя, направили письма в адрес глав администрации, и даже у нас уже состоялся разговор 18 марта на эту тему с главами администрации муниципальных образований о достижении все-таки уровня в муниципальных учреждениях культуры к средней заработной платы, к средней месячной по региону. Ну и, безусловно, наши кадры – это мужчины, это женщины, они все у нас разного возраста, среди них есть молодежь. А для молодежи в Ульяновской области существуют меры поддержки. И я просто напоминаю, потому что мне кажется, что все, кто работает в отрасли, об этом знают, а значит, знают об этом их родственники и друзья. Я просто напоминаю, что в соответствии с законом региональным о мерах поддержки при трудоустройстве единовременно выплачивается по 10 тысяч рублей, ежемесячно по 1 тысяче рублей в течение 3 лет. Для молодых специалистов, проживающих в сельской местности, дополнительно
дополнительно за каждый проработанный год 20, 40 и 60 тысяч рублей. Сегодня в отрасли культуры такие меры поддержки получают 144 молодых специалиста. Я думаю, что это хороший такой стартап для тех, кто приходит работать в отрасль. За 3 года они переходят из разряда молодых уже в таких в крепких, в научившихся специалистов. Ну а дальше у них, конечно, в соответствии с окладами, стимулирующими выплатами, из этого формируется заработная плата. На селе еще также существует дополнительная система мер поддержки. Это выплата от 200 до 500 рублей, которые на сегодняшний день получают более 600 работников отрасли, возмещение расходов за содержание занимаемых помещений, то есть за коммунальные расходы. Правда, здесь тоже не во всех муниципальных образованиях сегодня эти выплаты есть, и об этом мы тоже разговаривали с главами администраций, как задачу на 2019 год. Поэтому вот если говорить об этом, и если в цифрах добралась я здесь как раз, то, возможно, у всех интерес-то есть, я говорила о средней заработной плате. Она за 2018 год у работников культуры была 25 360 рублей или 103,3%, как бы, установленные для вот нас. Поэтому вот так мы сегодня создаем условия. Еще к этому комплексу добавляется, конечно, такая очень важная позиция по повышению квалификации работающих в отрасли. Это тоже одно из условий, конечно, на рабочем месте. И здесь я хочу отметить, что национальный проект культуры предусматривает эту позицию. Поскольку в Российской Федерации будет создано в 2019 году 15 таких центров по повышению квалификации, мы уже получили свою собственную квоту для региона. Это почти 480 человек, поэтому в рамках нацпроекта на базе таких федеральных центров обучение будет как очным, так и дистанционным. Мы будем обучать тех, кто работает сегодня в отрасли культуры в нашем регионе. Очень надеемся, что эта учеба для них будет полезной, важной, интересной. Ну, а говоря о региональных практиках, конечно, хочу отметить, что помимо, ну, скажем так, традиционных курсов повышения квалификации, которые мы проходим на базе и нашего колледжа искусства и культуры, на базе Ульяновского госуниверситета, на базе других образовательных организаций страны, у нас успешно, например, работает практика, которая называется «Школа сельского работника культуры». И это очень хорошая тема. Также мы в понедельник подводили итоги школы сельского работника культуры вместе с Центром народной культуры, методическим центром. Сегодня это уже более 200 выпускников, обучившихся, во-первых, проектированию проектов, проектному менеджменту, организации проведения мероприятий, написанию интересных креативных сценариев. С ними работали ведущие эксперты региона, с ними работали приглашенные эксперты. Мы имели возможность посмотреть несколько проектов, презентованных выпускниками школы. Я хочу отметить, что школа работает хорошо. Поэтому мне бы тоже хотелось, чтобы данная региональная практика как элемент повышения квалификации работников на селе развивался, а наши работники придумывали интересные проекты, на которые с удовольствием бы приходили жители территории. Это здорово, что так вот отрасль прям развивается, чувствуется. За последние 10 лет она прямо вырвалась вперед, и, мне кажется, и зарплата, и меры поддержки гораздо больше стало их. Евгения Евгеньевна, конечно, хочется подвести итоги за прошлый год
как работала отрасль, какие события прошли и какие запланированы в этом году события. Вот, может, остановимся на них. А этот год у нас театральный, как мы знаем, да? Очень много, и 140 лет драмтеатру, и 75 лет и кукольному театру, много событий. Вот расскажите, пожалуйста. С удовольствием расскажу, потому что год был интересным, в нем были юбилейные тренды в том числе. Это и 125-летие народного художника Аркадия Александровича Пластова, и мы, конечно же, целый год посвящали Пластову, только 13 выставочных, интересных, совместных с федералами проектов было представлено в Ульяновской области за этот год. В течение года было очень много проектов, связанных с интернет-технологиями, было очень много конкурсных мероприятий, посвященных Аркадию Александровичу. Конечно, была очень красивой и событийной юбилейная ассамблея художников, сентябрьская ежегодная. Там впервые прошло большое художественное собрание, и даже выставочный проект юбилейной ассамблеи «Большие имена» собрал в двух музеях, в музее современного искусства и в основном музее на бульваре Венеции, в художественном музее, проект «Большие имена», где были представлены работы всех лауреатов международной премии имени Аркадия Александровича Пластова за время ее существования. Но для меня кажется еще очень важным момент, что кроме событийных мероприятий в год Пластова мы смогли отремонтировать и фасадную часть музея на улице Гончарова, 16. Правда, как бы нам погода не все позволила сделать до конца, но буквально когда вот сейчас все войдет в такое в нормальное весеннее русло, мы к этому объекту вернемся, и все то, что нам не позволила осенняя погода сделать, мы обязательно доведем до конца по фасаду этого музея. Конечно, приятно, что заповедник «Родина Пластова» в Преслонихе, он тоже к юбилею готовился. И, во-первых, в год юбилея открылся восстановленный храм. В храме стала работать экспозиция иконописи. Фонд был передан туда иконописцами. Сегодня этот фонд, безусловно, пополняется. И мы также в рамках ассамблеи открыли еще один музейный объект. Он небольшой, но он, знаете, как в хорошей русской пословице «мал золотник да дорог», он правильно дорог. Это сельская школа. То есть представить, в каких условиях мог воспитываться народный художник, вот мы постарались пофантазировать и открыли такой объект. Конечно, Преслониха будет дальше развиваться. Безусловно, есть планы по выкупу дома, принадлежавшего няне Аркадия Александровича Екатерины Шарымовой, и открытие там музея народного быта. Поэтому планы есть, и мы работаем с этим именем и двигаемся вперед. Конечно, одним из достижений и успехов прошедшего года в рамках событийного туризма стала большая победа Ленинского мемориала в Russian Event Awards как лучший объект туристического показа, и «Мир, эпоха, имена», который идет в эти дни уже 57-й по счету, стал лучшим событием. Поэтому это очень приятно, и я думаю, что полные залы этого фестиваля — лучшее доказательство тому, что данный международный музыкальный проект, который с каждым годом становится более наполненным, и если в прошлом, в 2018 году, к музыкальной программе была еще программа выставочная, и мы помним, что мы в прошлом году открывали первые символы эпохи «Люди, изменившие мир», то в этом году к этому уже проекту еще добавилась и мастерская музыкальной критики, которая прошла с успехом, и стартовала
школа для одаренных детей, итоги которой мы будем подводить 1 июня, и много еще разнообразного сопровождения, в том числе и школа городского экскурсовода, поэтому проект «Мир, эпоха, имена» и в прошлом году, и в этом году, наверное, очень интересен. Насыщенный стал такой. Конечно, это, повторюсь, это кинофестиваль Валентины Михайловны Леонтьевой. Он в 2018 году был юбилейным, и я думаю, что его программа тоже была интересной, и залы были полными и на просмотрах фильмов, и на церемониях открытия и закрытия. И конечно, это Всероссийский фестиваль «Свадьба в Обломовке», который мы делаем совместно с Министерством культуры Российской Федерации. И он в прошедшем году шел еще с очень интересной творческой лабораторией, направленной на возрождение народных художественных промыслов. И много-много других событийных мероприятий, перечисление которых займет, конечно, безусловно, очень много времени. И фестивали в муниципалитетах становятся интересными, яркими, и та же новогодняя столица, которая перемещается по нашей территории. И те фестивали, которые как бы не первый год мы видим, «Мастеровань Мород» в Кузоватском районе, «Поволжская глубинка» в Павловском районе. И это все благодаря, Ирина, тем, кто сегодня работает в отрасли. Да. И их заинтересованности, их желанию, чтобы эти проекты развивались, а количество субъектов, которые с каждым годом увеличиваются, подтверждая статус межрегиональных проектов, всероссийских проектов, международных проектов, лучшее тому свидетельство. Значит, они вызывают интерес у территорий соседних, у стран, с которыми мы взаимодействуем, и, наверное, мы в этом смысле двигаемся в правильном направлении. Но 2019 год, если мы уж с вами сразу говорим, перейдем, то вы задали вопросы и много сказали о театрах. Наверное, все-таки о театрах нужно говорить вообще в рамках отдельной передачи в год театра. Это действительно юбилей. 20 марта открылся Лицедей. Мы поздравляли региональное отделение с 75-летием. У нас здесь была заместитель Калягина Антонова Ирина Сергеевна от Союза театральных деятелей. Был замечательный праздник, который оставил добрые, теплые, яркие воспоминания. Но вот в год театра вместе с традиционными мероприятиями, такими как «Лицедей», который был и в прошлом году, в этом году у нас еще в планах совершенно новый фестиваль «Вместе», учредителем которого является Театр юного зрителя, и он пройдет в преддверии кинофестиваля имени Валентины Михайловны Леонтьевой с 15 мая. То есть это будет два таких проекта, объединенных одной темой – семьи. Это, конечно, фестиваль «Золотая маска» ежегодный. И завершать год театра мы будем проектом, который также был и в прошлом году, и будет в этом году. Это в рамках Карамзинской декады фестиваль «История государства, Отечества и судьбы». То есть вот так мы будем завершать нашу программу. В этом же году, говоря о театрах, нас ждет театральный «Атомград» в Димитровграде. Поэтому работы много. Работы много, и она очень, мне кажется, важная и интересная. У нас один фестиваль прям совпадает после перехода в другие фестивали. Да. У нас очень интересная культурная жизнь в регионе. Спасибо. Мы стараемся вместе с отраслью. Ну вот отдельно хотелось еще бы затронуть сферу кино. Как мне кажется, за последние годы преуспел регион в направлении развития кинокластера. Вот что вы можете отметить в этом направлении? Ну, в этом направлении, да, вы совершенно правы, мы тоже двигаемся. И двигаемся не только в развитии событийных мероприятий, о которых я уже немножечко сказала, но и в кинопроизводстве. Думаю, что все-таки все наши земляки рано или поздно поймут, те, кто на сегодняшний день еще сомневаются, нужно ли в этом направлении территории развиваться.
мы видим тенденцию общероссийскую. Регион кино становится как бы все интереснее, и больше в регионах проходит на самом деле съемок. Мы, наверное, одна из тех территорий, которая одна из первых организовала кинокомиссию у себя на территории, разработали очень серьезную нормативно-правовую базу. И делимся этим опытом с теми территориями, которым интересно. А я вам могу сказать, что обращаются к нам очень много субъектов за данным опытом работы кинокомиссии. Повторюсь, что сегодня, может быть, не у всех есть мнение, что это нужно региону. Но на самом деле это нужно, потому что, во-первых, это и дополнительные рабочие места, безусловно. Во-вторых, это наши доходы, связанные, скажем так, территорией гостеприимства, то есть это гостиницы, это рестораны, да, да. И, конечно, безусловно, это и имиджевая составляющая региона, что немаловажно. Вот если мы начинали работу кинокомиссии с, скажем так, съемок «Морских дьяволов», да, вы помните, был такой сериал, да, то есть, и это был первый наш опыт в кинокомиссии. Потом мы снимали, скажем так, один фильм с разными наименованиями, но прокатное его название «Дикие предки», и здесь я хочу отметить, что мы здесь были совместны в партнерстве в рамках этого производства с Федеральным министерством культуры, и буквально вот 15 марта в Москве Анна Юрьевна Крутова, продюсер фильма, получила национальную премию «Снято» именно как продюсер за этот проект «Дикие предки». И я так полагаю, что если все-таки в киноиндустрии данный проект отмечен на федеральном уровне, следовательно, мы двигаемся в правильном направлении. По итогам 2018 года на конкурсной основе прошли съемки трех фильмов, и в YouTube они имеют, в общем-то, популярность. Мы это видим по количеству просмотров. По каналу ТВЦ они уже прошли, и все, кто их видели, довольны, в общем-то, тем, что они увидели. И было приятно, что мы смотрим кино о той территории, на которой мы живем. Интересно узнаваемые места, узнаваемые лица, потому что ведь здесь в съемочном процессе принимали участие жители Ульяновской области, не только профессиональные люди из театров, но и просто жители. И вы знаете, даже вот съемки одного из фильмов проходили рядом с домом одной моей знакомой. Она говорит, я каждый день ждала, когда, в общем-то, начнется съемка, когда артисты придут, и с балкона наблюдал за этим процессом с огромным удовольствием. Поэтому мы будем двигаться вперед, будем двигаться дальше, мы будем работать в этом направлении. Ну, а фильму, который был здесь снят, «Дикие предки», мы желаем успеха еще в других киномарафонах, кинофестивалях, потому что у продюсера самые серьезные намерения представить кино на разных фестивалях. Ну и чем порадует отрасль, ну прямо в ближайшее время, давайте вот так вот, не будем далеко забегать, а вот прямо в ближайшее время. Напомним зрителям, ну, что у нас будет. Вы знаете, Ирина, я бы, наверное, может быть, себе чуть-чуть так позволила все-таки не уходить только в событийные мероприятия, а все-таки сказать в целом о том, на что настроена отрасль в 2019 году. Поскольку 2018 год для нас был очень важным во всех этих смыслах. В смысле, повторюсь, укрепление материально-технической базы,
в смысле событийных проектов, потому что мы готовились к старту национальных проектов. 7 мая президентом Российской Федерации был подписан 204 указ, о котором говорят очень много, очень часто, который определяет жизнь страны до 2024 года. На что направлен этот указ? Он в первую очередь направлен на улучшение, на качественное улучшение жизни россиян. И впервые ведь, собственно говоря, появился национальный проект культуры. Мы, безусловно, этому очень рады, потому что федеральное министерство, на мой взгляд, подошло очень серьезно к формированию паспорта данного проекта. Он состоит из трех больших разделов. Это культурная среда, где мероприятия направлены на укрепление материально-технической базы, а это строительство. И здесь я, кстати, говоря о тех 310 миллионах 2018 года, не сказала о том, что мы в 2018 году начали строительство двух новых клубов сельской местности. Это поселок, село Архангельское Чердаклинского района и село Средний Сантимир Новомалыклинского района. И в этом году, в 2019 году, мы будем завершать строительство этих двух клубов и торжественно их открывать. А в нацпроекте у нас еще запланировано таких три клуба. То есть мы подали уже заявку на строительство клуба в Никольское на Черемшане Меликесского района. И далее мы будем работать с заявкой по строительству в селе Красная река Чердаклинского района. И прошу прощения, пятый клуб на память вот чуть-чуть забыла. Но это вопрос долгосрочной перспективы. Мы продолжаем работать с проектами партийными. Мы работали с ними в 2018 году и продолжаем в 2019 году. И это местный дом культуры. Тот проект, который всем очень нравится, это опять к вашему вопросу о создании условий. Ежегодно мы получаем эту поддержку из федерального бюджета. В 2018 году по этой программе в порядок было приведено 14 домов культуры. Я даже об одном могу рассказывать бесконечно, потому что я часто была на этой территории как куратор от правительства. Это районный дом культуры Базарного Сызгана. Он отремонтирован полностью. Он оборудован, в нем даже, прошу прощения, люстра висит, не прошу прощения, а горжусь, в нем люстра висит, как в Кремлевском дворце съездов, понимаете? И жители Базарного Сызгана, они просто удивлены этому чуду, неужели такое может быть? Мы и в этом году, на 2019 год, получили поддержку федерального министерства и уже точно знаем, какие объекты эту поддержку получают. Это Кузоватовский РДК, Николаевский РДК, Игнатовский сельский дом культуры, в котором продолжаются ремонтные работы. Это, конечно, оборудование тоже на федеральные деньги, на улучшение наших материальных баз. Конечно, безусловно, это партийные проекты, вы сегодня много поговорили о театре. Театры малых городов, а это наш Димитровградский имени Островского. За время этого проекта более 16 миллионов получил Димитровградский театр, около 5 миллионов, скажем так, ежегодно. И в этом году он получает в 2019 тоже такую же поддержку. Это театры детям, партийный проект, по которому мы также укрепляем материально-техническую базу и вместе с материально-технической базой имеем возможность еще и делать постановки на эти средства федеральные. То есть, например, тот же Димитровградский театр имени Островского и «Анну Каренину», и «Запоздалая любовь» сделал на эти средства. Театр, например, «Кукол»
тоже пользуется этой программой и также делает постановки и ТЮЗ, и эти постановки потом входят в лонг-листы «Золотой маски». Поэтому работа в этом направлении будет продолжена. Мы уже в 2019 году получили подтверждение о выделении 16 миллионов 400 тысяч для театра «Кукол» на реставрацию фасадной части и ремонт внутренних помещений. Вместе с областным финансированием это 21 миллион. Поэтому и в 2018 году достаточно сделано. Здесь как бы это можно в конкретных цифрах объяснить. На 1 региональный рубль мы привлекли 2,8 федеральных средств. И в целом наш консолидированный бюджет по отношению к 2017 году вырос на 14,7%. Поэтому это серьезный шаг. Мы впервые перешагнули долю от всего бюджета региона с 3% до 4,6%. Это очень серьезный шаг. Очень серьезный шаг. Поэтому 2018 год мы этот потенциал накапливали для того, чтобы в 2019 году, начав реализацию национального проекта культуры, у нас были крепкие стартовые позиции. Поэтому это очень важно. Что же касается планов творческих, то, конечно, 2019 год, я уже сегодня чуть-чуть сказала о проекте «Творческие люди», о повышении квалификации на базе центров, но это еще и грантовые возможности, и федеральные, и региональные. Федеральные гранты очень серьезные были заявлены, 3 миллиона один грант. На поддержку событийных проектов мы направили 6 таких заявок. Очень надеемся, что сможем получить деньги на реализацию наших грантовых проектов. Но это региональные гранты. Сейчас мы завершаем подготовку постановления правительства об учреждении региональных грантовых конкурсов именно в проекте «Творческие люди». И это будет 10 проектов по 500 тысяч, по полмиллиона ежегодно в течение всего национального проекта. И это, безусловно, цифровая культура. Мы живем в век цифровизации, и наш национальный проект предполагает эту составляющую. Конечно, она не в том объеме, в каком бы нам хотелось ее видеть. Может быть, что-то будет меняться в рамках реализации, но сегодня это виртуальный концертный зал. Мы тоже подали заявку на создание такого зала в городе Димитровграде. Надеемся, что заявка будет поддержана. Это и аудиогиды в музеях в формате цифровой реальности. Это и национальная электронная библиотека. Поэтому здесь работы очень много. Это и модельные библиотеки, которые мы для себя прописали, в каком количестве мы должны к 2024 году подойти. Кстати, если говорить об подключении библиотек к интернету, то нам осталось совсем чуть-чуть. В 2018 году мы подключились более 75% в целом, и мы в 2019 году эту работу завершим однозначно. Все библиотеки региона будут подключены к интернету. Это очень удобно. Это здорово. Конечно, может быть, кто-то сейчас в мой огород бросит камень, скажет, ну, наконец-то. Но, да, может быть, какие-то субъекты это сделали быстрее, раньше. Мы идем своей дорогой, мы, скажем так, не смотрим по сторонам, а если смотрим, то только в лучшие стороны. Поэтому, да, мы в этом году должны 100% этого показателя достигнуть. Поэтому, ну, а что касается событийки, то вместе с тем, что сегодня происходит, я уже сказала, повторяться не буду, что каждый проект развивается. И я надеюсь, что все это ощущают, что приобретают свою новую краску государственные праздники, которые мы отмечаем в весенний, осенний, зимний период на закрытых площадках, а День России широко на наших двух главных площадях и в центральной части, что меняется и празднование самого любимого, главного праздника 9 мая. И вот в этом смысле
мы бы хотели удивить наших жителей в этом году проведением нового проекта в Дни славянской письменности и культуры, который мы назвали «Соборная площадь». Это будет первый такой большой фестиваль, фестивальный проект. Надеюсь, что все у нас случится. Там, конечно, все не так гладко, как хотелось бы сейчас при подготовке, но мы очень надеемся, что это будет проект, который объединит внутри себя весь наш огромный хоровой потенциал региона, а мы все-таки регион и поющий, и мы, по-моему, единственные, кроме федерального центра, имеем детский тысячный хор. Это и все, что связано с развитием и поддержкой духового направления, я имею в виду игры на духовых инструментах. То есть мы бы хотели еще и вот сделать такой объединенный проект хорового общества и духового общества, который на федеральном уровне курирует заместитель председателя правительства Ольга Юрьевна Голодец. То есть будет фестиваль духовых оркестров и хоровых коллективов. Вот такой сделать праздник в дни славянской письменности и культуры. Напомните число. Это 24 мая. Поэтому вот в рамках этой даты у нас должно что-то получиться, случиться. Очень уж надеюсь, что не комом первый блин будет, а дальше мы посмотрим, как этот проект можно будет развивать. Поэтому возникают идеи, эти идеи потом реализуются в проекты, которые находят отклик у жителей региона, и мне бы очень хотелось, чтобы эта тенденция просто развивалась, потому что, на мой взгляд, вот то, с чего мы начали разговор, создание условий, когда условия становятся лучше во всех составляющих, о которых мы говорили, то тем, кто творит, кто создан для того в этом мире, чтобы петь, танцевать, чтобы писать прекрасные полотна, как висят здесь у вас на стенах, чтобы писать стихи, а у нас регион талантов, мы с вами об этом знаем, Сергей Иванович это подчеркивает, что мы родина талантов, чтобы у них была возможность, чтобы у них чаще к ним приходили музы, вдохновение, все кто угодно и все что угодно, для того, чтобы эти идеи, которые возникают у них, могли быть воплощены. А мы бы им просто очень здорово в этом помогали. Спасибо, Евгения Евгеньевна. Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником и ваших коллег тоже поздравляю. Желаю вам творческих успехов. Спасибо огромное, что пригласили сегодня. Очень приятно, потому что мы начали фактически отмечать праздник в субботу, 23 марта, большим награждением, торжественным награждением. Сергей Иванович наградил лучших работников отрасли. Мы вручили ведомственную премию «Браво, маэстро», потому что все-таки 25 марта изначально ассоциировался у нас с работой культурно-досуговых учреждений, и поэтому была такая учреждена премия ведомственная. Мы уже ее вручили в 11 раз и порадовались за лауреатов этого года, поэтому сегодня официальный день празднования, сегодня у нас проходят разные, так сказать, встречи, обсуждения, но настроение в любом случае праздничное, несмотря на то, что в календаре понедельник. Спасибо. Поздравляю. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Все можно.